Друзья, всем привет! Сегодня самоделка для мастерской из остатков вот такой 20-мм фанеры. Для начала делаю примерную разметку и на ленточной пиле напиливаю заготовки. Должно получиться два вот таких прямоугольника, на которые я прикручиваю петли. Самоделка очень простая и видео очень короткое. Покажу вам два варианта, попроще и немного посложнее. Пока предлагаю посмотреть первый, простейший вариант. Это займет пару минут. И вот что получилось. Брусок ходит внутри фанерок и тем самым регулирует высоту, но наждачка на бруске не дает ему так просто скользить. Нужна такая штука, например, при распиливании на торцовке длинных материалов. Что-то подкладывать и подбирать высоту не очень удобно, а тут такая штука, которая не занимает много места и в таком виде работает отлично. Но я немного ее модернизирую и посмотрим, что получится. И вот что получилось. Теперь с помощью шуруповерта можно отрегулировать высоту и забыть до того момента, пока не понадобится использовать этот упор с другим станком и не думать уже 100%, что брусок может съехать. Я считаю, что полезная и простейшая приспособа получилась. То есть, как мне и нравится, когда делаешь что-то простое, но полезное и эффективное. Друзья, вот такое коротенькое видео сегодня получилось. Надеюсь, оно показалось для вас полезным и кому-то пригодится такое приспособление. Если это так, то поставьте лайк этому видео, а в комментариях пишите свои мысли насчет данной самоделки. Тем, кто не подписан на канал, я рекомендую сделать это прямо сейчас и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за внимание и пока-пока.